Дело в том, что звуковой сигнал, который подают наушники, он более активен, более сильный, чем тот сигнал, которому адаптировано наше ухо. То есть звуковая волна, которая передается через косточки среднего уха на эндолимфу внутреннего уха, она более выражена. Она не может гаситься адекватным образом барабанной перепонкой и основанием стремечка. И эндолимфа более активно и выраженно колеблется, раздражая наши первые рецепторы слухового анализатора – волосковые клетки. Волосковые клетки, которые воспринимают высокие частоты, они более тонкие, более ранимые, и длительное агрессивное воздействие на них приводит к гибели. И, по сути дела, потихоньку у нас снижается слух на высокие частоты. Мы можем не замечать этого снижения, у нас начинает страдать разборчивость речи. Мы достаем наушники и не можем разобрать, что говорит человек, хотя, в принципе, мы слышим, что он говорит. Это, в принципе, первые проявления нейросенсорной тугоухости. Эти проявления, к сожалению, необратимы. Thank you.